хорошими пельменями – это очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Сперва готовим тонкое яичное тесто с добавлением сливочного масла, лук сладких сортов для образования бульончика и перец. Совсем немного. Щедро выкладываем великолепный рубленый фарш. Много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много сочной начинки. Грудинка индюшки с курицей и телятина со свининой. Думаю, многие забыли, как это может быть вкусно. Выбирайте и наслаждайтесь. Мясные пельмени. Много мяса, мало теста.